Анна, где наша Эльза? Куда она делась? Надо собрать сердечки, и мы ее найдем. Как хорошо, что ты знаешь, что делать. Ну что, отправляемся с тобой в путешествие? Отправляемся. А кто нам поможет? А поможем мы. Папа и дочка Аришка. Всем привет! Вы на канале... Папа и дочки. Друзья, мы продолжаем наше приключение, где Олаф и Анна спасают свою подругу Эльзу, которая куда-то исчезла. Чтобы ее найти, нам нужно обязательно собрать сердечки. Ну что, Аришечка, нам 6 туров надо пройти, и мы закончим игру. Пойдем? Пойдем. О, я наверх поехал. Пока! Пока! Эй! Верни меня обратно! Это нехорошо ты сделал. Нет, это ты меня туда. Вот так, ха-ха-ха, я хитрый, я хитрый. Я вообще буду... Ой, сердечко одно потерялось. Анна, все за тебя. Держи лифт. Ой, нет, нажми кнопочку, там только я проеду, я маленький. Нет, я. Давай, прыгаем. Оп, все, нажимай, я поехал за сердцем. Обратно меня, обратно, верните меня обратно. Фух. Спасибо тебе. Сейчас я вернусь. Там, тарам-пам-пам. Еще одно сердечко. Собирай. Все, возвращайся обратно. А вдруг там есть? Можешь? Нет, там уже ничего нету. Есть, тоже. Там ничего нету. Все, возвращайся. Возвращайся, а то у меня морковка засохнет. Пойдем. Следующий уровень. Хорошо, что снег. Да, о, я могу пройти, ты не можешь? Да. Анна. Анна, наклони голову и пойдем. Анна, ты где? Идем. Анна, идем. Ну что ты там встала? Нам надо идти туда. Ты что, не знаешь, как? Наклони голову и идем. Это что такое? Олаф, ты что, не видишь? У меня голова не наклоняется. А, понятно. Ну ладно, я сейчас что-нибудь придумаю. О, сердечко. Ой, чуть-чуть ко мне подойди. Ага. Все, садись на лифт. Давай, Аришечка, и поможем забраться. Собирай эту сердечко. Ура, молодец, иди ко мне. Привет, Олаф. Эй, ты куда? Давай обнимемся. Давай, обнимашки. Я, Олаф, люблю жаркие объятия. Так, как всегда. Какой у нас хороший снеговик. Ага. Так, дай-ка я наверх заберусь. Ты только на мою голову можешь. Так, дальше я скину сюда кубик. Подожди, подожди, только нажимай рычажок. И как? А, ты не мог? Вот оно что, значит я должен тебе кубик. Подожди. Бдыщ, залазь. Эй! Ты зачем это сделала? Ариша, а как ты обратно теперь? Давай попробуй забраться наверх. Запрыгни наверх. Оп, не получается. Все, ребята, перезапуск. Да. Аришка нечаянно кубик сбросила. Так, 7 уровень. Заново проходим. Все, здесь уже ясно, что делать. Эй. Нужно меня. Нужно. Пододвинься ко мне, Риточка, Аришечка. Я не могу рычаг нажать. Вот. Теперь ты залазь. Давай, залазь тебе. Все. Езжай. Наверх. Я сбросила. Залазь. Поехали. Давай, забирай. Забирай. Пойдем вперед. Ура! Так, помоги мне забраться. Сейчас я нажму рычажок. Заберусь. Так, все. Стой, отойди, пожалуйста. Я сейчас скину кубик, и ты на него должна встать. Все, вставай на него и запрыгивай сюда. Молодец, теперь перепрыгни вон туда сердечко забрать. Не перепрыгнула. Будыщ. Есть, я перепрыгнул. Все, мы собрали все 5 сердечек и можем освободить нашу Эльзу. Все, жаркие объятия всех 3 героев. Следующий уровень. Что здесь делать? О, я поехал. Пока, пока. Так, ты что, меня обратно? Ну ладно, едь тоже. Я разрешаю. Там-парам-пам. Эй, мне тут твоя голова нужна срочно. Так, я скидываю кубик, а ты по кубику забираешься на меня. Давай.
Молодец. Ну давай же. Что ты там? Замерзла? Идем быстрей. Я можно соберу? Конечно, собирай. Не получилось. Олаф обхитрил Анну и забрал первый. Ну что, дальше, следующий уровень. Я заберу. Забирай, так уж и быть. Все, мы пришли, привет, Анна. Ой, Эльза. Анна, давай стенку поломаем. Давай, вот здесь вот сейчас ямку прокопаем. Все, копаю, помоги мне покопать ямку. Что-то, ребята, ямка не копается. Пойдем-ка это. Он не знает, что делать. Надо, Олаф, тебе моя голова. Твоя голова? Да. Мне? Да. Так, подожди, сейчас рычаг нажму. Так, отлично. Ой, ты меня повез. Да, я тебя повез. А теперь ты меня повези. Давай, нажимай. Хоп, хотела меня, хотела обхитрить. О, стой, аккуратнее, тут снежки. Ты получила по голове снежком. Ай, я чуть тоже не получил. Какой кошмар. Снежки стреляют. Ты можешь только рычаг нажать. Только я могу нажать, да, рычаг? Какой я молодец. Бегу, 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 бегу. О, золото. Твое золото. Я могу рычаг нажать. Смотрите, пещера с золотом. Я хочу. Я куплю себе что-нибудь. Дайте мне золото. Это я тебя откопаю. Откопай? Да. Копай. Ну, когда мы пройдем весь уровень. Ладно, давай дальше. Ой, мы с тобой в разных местах. Стой! Скидывай так. Так. Теперь надо вот здесь пройти. Снежок. Здесь встали. Встали между. Прошли. Аришечка, не трать жизни. Что, их две осталось всего? И все. Да, что два. Ты делаешь? Ага, собрать здесь сердечки. Ну-ка, дай-ка я на тебя запрыгну. Иди сюда. Идем туда. Ну, давай, пошли. Опа, все равно запрыгнул. Значит, я тебе должен сейчас дать кубик, а ты с помощью него должна... А! Я чуть не упал. Вот, я сейчас тебе его скидываю. А ты по нему можешь забраться наверх. Я упал. Тебе срочно не нужна моя голова. Фух, вот так вот. Да что такое, я опять упал, вот. Ты не упал. Ю-ху. Да что такое? Так, я придумал, что нужно делать. Вот так вот, чикс. И отсюда, бам. Да, я хотела. Да что случилось? Все, стоп. И все, давай. Отправляй меня наверх. Все, я теперь... Все, я тебя жду. Давай, Аришечка, забирайся ко мне. Ну вот на кубик. Перепрыгни его аккуратно. Ну, зачем ты его опять сюда? У меня не получится. Получится. Надо его... Вот, стой. Раз. И вот сюда. А вот отсюда ты запрыгиваешь сюда. Я нажимаю рычажок. Вот, ты встаешь на эту штучку. Я его нажимаю еще разок. И мы идем к Эльзе. Да не в ту сторону. Там. В другую сторону. Вдруг там там было сердечко, я его уже собрал. Давай. Зачем? Как зачем? Ты разве не хочешь к Эльзе прийти? Нет. Все, давай, подходи. Давай, подходи. О, фух, мы прошли уровень. Следующий. Так, сейчас я запрыгиваю наверх. Скидываю тебе кубик. Спасибо. Залазь. Только, пожалуйста, можно я тоже сердечко заберу? Остановись, стой, я наверх иду. Вот так вот. Теперь... Наше сердце как? Подожди, никуда не уходи. Сейчас мне нужно будет скинуть вот этот кубик тебе прям. Зачем? Чтоб ты потом забралась наверх. Как зачем? Он нужен. Да, из него ты никак не пройдешь. Так. Ю-ху! Вот, все. Стой, теперь скидывай его вниз, этот кубик. Вниз. Туда? Вниз, вон туда, вниз скидывай. Ты по нему потом будешь... Да, вот сюда. Скидывай. И все, никуда не двигай. Иди теперь собирай сердечко. Вот, отдвинь чуть-чуть. Вот, все, теперь собирай сердечко, как ты хотела. Молодец, Анна, у тебя получилось. Она даже в снежки ни разу не попала, ребята. Ну вот, сглазил. Стой! Тебе надо запрыгнуть. Так. Во, отлично. Без снежка ты бы без этого не смогла пройти. Я тебя покатила. Так. И что мне здесь делать? Погоди.
О, я тебя могу отвезти туда, да? Да. Мне надо сбросить кубик. У тебя что-нибудь есть? Не знаю. Ну, возвращайся вниз, скидывай этот кубик. У меня 4 жизни. Скидывай кубик. Так, молодец. А, теперь его тебе надо немножко пододвинуть. Пододвинь, чтобы рычажок освободить. Нажми рычажок. Мне нужно такси, чтобы съездить за сердечком. Давай, нажимай еще разок его. Кубиком. Можно кубиком. Ура! Орешечка, давай, нажми. Поехали, поехали. Едем. О, я могу отсюда выбраться. Ура! Мы пройдем сейчас игру. Едем, едем. Давай, вместе. Привет, Эльза. Ребята, мы пошли в предпоследний уровень. И сейчас... И сейчас будет последний. Анна, ты что там делаешь? Я ищу Эльзу. Так это впереди, пойдем вместе. Пойдем. Задание такое. Ребята, в прошлый раз мы говорили, что будет, если Анна, Эльза и Олаф попадут на необитаемый остров. Молодцы, классные комментарии написали многие. А теперь другое задание. Что будет, если Эльза, Анна и Олаф попадут на Луну? Пишите в комментариях, первые попадут в следующее видео. А кто, ну, просто ответит, получит сердечко от канала. Ну все, ребята, идем дальше, проходим игру. Так, что здесь у нас? Так, так, подожди. Аккуратней, в пропасть не упади. Езжай наверх. Все, теперь тебе аккуратней. Ага, нажимай рычажок. Так, подожди, нажми рычаг, нажми рычажок. Нажми его. Вот. Так, снежок. Ай-яй-яй-яй, в меня снежок попал. Все, иди поверху. Иди поверху. Молодец, аккуратно, не попадай только в снежки. Так, раз стреляет, два стреляет. Я прошел и прошел. Нажми рычаг синий. А, кнопочку тебе надо как-то нажать. Вон, кнопочка. Запрыгнешь к ней? Спасибо. Так, так, я сейчас перепрыгну. А рядом шипами рычаг. Нет, это непонятная штука. Сейчас я... Мне обратно сейчас на... О, мы проиграли из-за снежков. Давай еще раз. Вдруг в этот раз получится. Так, молодец. Все, вставай, стой здесь. А, собрала? Отлично. Все, стой здесь. Поднимайся наверх. Только аккуратно в снежок не попади. Да не попаду. Стой, такси, верни обратно. Верни обратно. Надо же пройти. А если бы я сейчас погиб, что ты смеешься? Что же здесь делать? А, главное избежать снежков. Так. Ой, нажми ту кнопочку, вон ту, чтобы... Не, вон ту, да, которая справа. Чтобы я смог пройти и забрать сердечко. Давай. Молодец, сейчас стрельнет пушечка, я пройду. Аккуратненько. Сердечко можешь. Прыжок. Есть, я собрал сердечко. А попробуй попасть в те шипы. А зачем? Какой-то рычаг. Я что-то нажал, ребята. Я не знаю, что я нажал. Ну, прикольно. Так. Сейчас смотри, я сюда встану. И когда тебе скажу, нажмешь желтый рычажок. Иди пока к желтому рычажку. Только в снежок не попади. Эх. Подходи к рычажку, но не нажимай до тех пор, пока я не скажу. Вот, стой, жди. Подожди. Давай. Есть, молодец. Теперь нажми синий рычажок. Синий рычажок, который рядом с тобой. Так, молодец. Жди, 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 жди. Так, сейчас подожди. Нажимай его еще раз. Фух, я еду к тебе. Аккуратно, аккуратно сейчас. Главное не попасть. Снежок. Не попала. Не попала? Молодец. Жди а меня. Ты? Я к тебе сейчас приду. Покачки. Так, так, так. Я бегу, бегу, бегу. Покачки. Эльза, Анна, привет. Наконец-то мы с вами прошли эту игру. Ты меня должен поцеловать. Давайте жаркие объятия. Ура, ребята. Мы с вами вместе прошли игру спасение. Волшебное Эльзы. Спасение Эльзы. Анна и Олаф собирали сердечки, любовь собирали, все собрали, встретились с Эльзой, мы прошли игру. Надеюсь, вам игра понравилась, поставьте лайки. Вы были на канале Папа Дочки Геймс, с вами сегодня были папа и дочка Ариша. Всем пока!